Сегодня настоящий английский паб Fatgus Pub празднует свой трехлетний день рождения. С днем рождения, Fatgus Pub! Коза у гуся в гостях! С днем рождения! 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 Ну, очень ярко у вас сегодня, очень празднично. Все эти аниматоры, ряженые какие-то актеры, их так много. И все в вашем английском стиле, да? Стараемся выдерживать стиль во всем. В интересной программе, в интересной кухне, баре у нас более 20 сортов кегового пива европейского, также и английское присутствует, виски более 25 сортов. Стараемся придерживаться всех английских традиций. Ох, как хорошо, господи, как тесно, как хорошо. Господи. Зато хорошо, это не тесно, это просто самый настоящий телесный контакт. Ты знаешь, здесь настолько празднично, феерично, что я, мне кажется, уже Новый год наступил. Вообще-то Новый год, потому что сегодня мы официально в Fatgus Pub отмечаем трехлетие. Даже вот кормят бесплатно. Да, да, да. Ты же пробовал вкуснятину? Да, еще бы Орлов бы не попробовал бы на халяву. Я не могу, конечно. Спасибо, всем спасибо, всем спасибо. В этот прекрасный день, у меня тоже сегодня день рождения, и поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы Fatgus Pub также процветал, всегда собирал много-много гостей, и хотелось бы сказать, что у вас очень приятная атмосфера. Чтобы всегда было так же весело и душевно, и такая замечательная обстановка. Спасибо. Сегодня у нас, опять же, по традиции уже будут наши гости из Киева. Шоу-балет Darts Dance Project, лазерное шоу от Energy Man, всем известным. Эксклюзивное шоу, уникальное шоу будет от наших любимых резидентов от PA Studio. Конечно же, лучшие в Харькове Orbis Band. Презентация нашей собственной внутренней валюты будет монета Fatgus, получив которую вы сможете ее сразу же на баре обменять на пиво. Кто бы мог подумать, что вот такой формат мюзик-холла, да, ну, лет 10 назад, 15 лет назад, да, станет настолько популярен в Харькове. Как ты себя чувствуешь в этом новом мире вообще? Комфортно? Очень комфортно. Мне вообще очень нравится атмосфера и ну, вот эта вот смысловая нагруженность заведения под названием Fatgus Pub. Круто придумано, да, сочетание всех вот этих вот драпировок, красивых штор, плюс еще технический момент. Это все приглушает, делает более качественным звук, более благоприятным. Атмосфера безудержного праздника. Сам гусь такой нарядный, такие же разряженные дамы, специально подготовившиеся к сегодняшнему вечеру. На сцене Fatgus Pub популярнейшая харьковская группа Orbis Band исполняет гимн Fatgus Pub. Сегодня жирный гусь – символ сытости, жизнерадостного образа жизни, красоты. Отмечает свой день рождения. День рождения предполагает кулинарные всевозможные изыски, гастрономические мероприятия всевозможные, чтобы вкусно было, чтобы было много еды, культурное времяпрепровождение. Все это было, конечно, сегодня здесь. Элегантная, как телефонная будка. Лондонская телефонная будка. И такая же красная, господи. Да. Честно признаюсь, одно из моих самых любимых заведений. И не потому, что здесь работаю, мне нравится здесь отдыхать. От себя лично желаю Fatgus Pub праздновать не только трехлетие, но и постоянно, каждый год, что-нибудь новое, постоянно меняться, саморазвиваться, хороших людей, постоянно гостей, друзей, чтобы все было вот так. We'll be right back.
Ребятки, поздравляю это прекрасное заведение. Отличным праздником. Процветания, роста, огромное количество клиентов и ярких шоу. Мы тоже к вам присоединяемся. Я хочу пожелать удачи этому заведению, чтобы дальше они развивались. Я свое день рождения подмечал бы тоже здесь. На самом деле, очень классно. Сезон в разгаре. Что будет интересного у вас? Конец ноября. Дату пока не буду открывать. Мы замахнулись на цирк Дюсселей. У нас будет своя версия цирка солнца. Также я хотел бы сказать всем нашим телезрителям, что уже пора готовиться к Новому году и забивать места под гуспа, потому что они разлетаются просто как ветер. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения.